Друзья, всем привет, всем добрый вечер, добрый день, доброе утро, всем берегам, всем островам. С вами снова Женек, вы снова у меня на канале «Говорим про eBay», друзья. И сегодня мы будем говорить о регламенте eBay по отношению, секундочку, друзья, вот, по отношению к возврату товаров, что-то слишком, о, по отношению к возвратов товаров, возврата товара. Если он к вам не приехал, или он приехал поломанный, или с ним еще что-то приключилось по пути, и вы недовольны этой ситуацией и хотите его вернуть. Но, друзья, перед тем, что мы начнем, давайте быстренько подпишемся на канал. Я вижу, что смотрят много людей, но много из них до сих пор не подписаны. Друзья, лайк, подписочка, длинный комментарий. И, конечно же, перескакивайте по ссылочке в описании к группе в Telegram. Там много кипиша, все время что-то происходит, что-то мы обсуждаем, что-то пытаемся решить. Вот кто сегодня там был в группе в Телеграме, он знал, что вот у меня экран поломался. Я вот сейчас сижу, снимаю с новым экраном. Вот, друзья. И непосредственно давайте быстренько перейдем к нашей теме. Не хочу слишком сильно затягивать, это будет вступительный ролик. Здесь я просто объясню про этот регламент. В будущем я попаду на сайт eBay, вместе мы с вами перейдем. Почитаем, что конкретно он говорит, под какими ситуациями он работает, под какими ситуациями он не работает, кто и как вмешивается в эти ситуации, и что вообще решается, и какая сторона выигрывает с этого, и какая меньше выигрывает с этим. Вот, друзья. Так что мы сегодня говорим о 30 дней, это называется 30 days money back guarantee. Что это значит? Что в течение 30 дней от момента высылания продукта у покупателя, в принципе, есть возможность вернуть этот товар, отказаться от него и получить свои деньги обратно. Но, друзья, не все так просто и не все так легко. Этот регламент, хоть он и идет в пользу покупателя, он также идет в пользу и продавца и защищает его от всяких других разных махинаций, под которыми бы покупатели могли бы участвовать в них. Почему это так? Потому что, когда человек подает на то, что у него какой-то замес с вами или с другим каким-то продавцом, у него открывается ряд таких формальных ступенек, под которыми он должен приносить доказательства, так же самое и вы напротив него, где будут эти доказательства, в принципе, ваши документы, какие-то номера отслеживания. Все это будет показано, и eBay примет решение. Что я вообще хочу сказать по поводу таких тем? Если к вам вдруг не долетел ваш продукт... Я извиняюсь, друзья. Походу, борода какая-то распущенная. Вот. Если к вам не пришел ваш продукт, друзья... Не спешите открывать диспьюты, не спешите открывать какие-то кейсы против продавца, попробуйте поговорить с ним, не пытайтесь махинировать, покупать, потом посередине отменять, пользоваться этим регламентом. Я вам напоминаю, что eBay следит за каждым вашим шагом, и в будущем, если вы захотите по-настоящему вернуть какой-то продукт, или у вас по-настоящему появится какая-то проблема, вам это может выйти боком, и вы не добьетесь того результата, которого нужно было бы добиться в той определенной ситуации, в которой вы попадете. Так, друзья, давайте, что я еще хочу добавить про вот этот 30 days money back guarantee. eBay, в принципе, обязует защищать, я повторяюсь, защищать вас, как покупателя, и этот в том случае, если продукт пришел поломанный, не пришел или какая-то очередная беда с ним приключилась. Пользовался ли я этим регламентом? Да, друзья. Некоторые продукты, или мне кажется, или какой-то оттенок такой. Вот. Некоторые продукты не приходили. И мне приходилось подавать жалобу. Не жалобу, а подавать запрос на рефаунд. И обычно eBay в 90% их случаев
они принимают сторону покупателя, нежели чем продавца. Если, конечно, у продавца есть отличные доказательства, и он по-настоящему сделал все, что можно, чтобы узнать, что произошло с посылкой того или иного покупателя. Могу рассказать вот из своего опыта про несколько случаев, которые у меня вот лично были как у продавца напротив покупателя. Мне приходило оповещение, что человек против меня открыл дело, и потому что у него есть возможность воспользоваться этим законом о 30 днях. И если у меня, опять же я говорю, если у меня не было доказательств, трекинг нормального трекинг номера или еще чего-то, где какой-то фотки, которую оставил человек, который доставлял, что он поставил посылку возле двери, то я бы, наверное, бы в большинстве случаев проигрывал. И люди бы меня, даже если это не был бы настоящий случай, у них бы получалось бы меня обмануть или по-настоящему вернуть свои деньги за этот, за продукт. Вот, друзья, это по поводу 30 дней, этот по возврату денег, если вы покупаете что-то на eBay. Каждый из нас может этим пользоваться, друзья, это открыто для всех. Не злоупотребляйте этим, как я еще раз повторяю. eBay следит за всеми вашими движениями. Будете много делать возвратов, будете много делать всяких прикольчиков с этой темой. Это станет вам каким-то потом палкой в колесе в будущих ваших, если вы захотите стать продавцом. Может быть, какие-то проблемы у вас из-за этого появятся. Так что, друзья, вот такой еще раз вступительный ролик про 30 дней money back guarantee. Ну, что вам еще сказать? Ну, я не хочу сейчас сильно вливаться в эту тему. Я хочу вам показать потом на следующем ролике на сайте. Мы все вместе с вами почитаем, поймем. Я вам даже покажу, как это работает. И все, друзья. Вот такой недалекий, хотел сказать. Не то, что недалекий, вот такой недлинный ролик, друзья. И еще раз я благодарю всех за поддержку. Я рад, что вы со мной, вы даете мне много мотивации продолжать дальше. Вот я сегодня даже не подумал, откуда. У меня есть еще один компьютер, но я мог, но мне туда надо было все перекидывать. И программки, и дела, и переставлять, может быть, хард-диск. Я просто пошел купил экран, потому что я знаю, что мне надо записать ролик. И у меня есть какой-то определенный график, по которому я работаю. И не хочу с него слазить, друзья, так что... Все, большое спасибо. Может быть, этот ролик такой смешанный, информационный, личный и всякое такое. Не обессудьте. У меня был сегодня непростой день, так что я надеюсь, что и то, что я вам рассказал, поможет. И я обещаю, что на недельке я вытащу отличные ролики с нормальной информацией, которая однозначно пойдет вам, пойдет, как говорится, вам... вашу шкатулку информации про eBay. И все, друзья, подписывайтесь, залетайте в группу в Telegram, ставьте лайкосики, оставляйте комментарии. С вами был Женек.